А я приветствую вас, друзья, на канале Opening Cards. Сегодня мы с вами распаковываем вот такой замечательный бокс по Гарри Поттеру и фантастическим тварям. Новый запечатанный бокс. Отличнейший бокс. Очень крутые карточки. И сейчас мы с вами вместе все их посмотрим. Поехали. В данном наборе у нас представлено 36 вот таких вот паков, которые мы сейчас с вами вскроем. Я очень надеюсь, что нам выпадет УР, а то и МР. Ну, мечтай в одну руку, сри в другую. Потом проверь, какая быстрее заполнится. Самая редкая карта данной коробки, которая стоит достаточно дорого. Давайте я их уберу в сторону. И будем с вами открывать. Я думаю, сразу по три пачки будем вскрывать. Вскрытие я, наверное, не буду показывать. Буду сразу доставать карточки. Такие замечательные карточки. Минимальной редкости N с кадрами из фильма. Очень красивые, блестящие карточки. С обратной стороны также кадры из фильма и описание. К сожалению, на китайском языке... Зайка моя бодел, солнышко мое клубнить, масталатка моя бодел. Так, первая у нас Эрочка из фантастических тварей, существо. Графорн. Не помню такого в фильме. Но он 100% был, раз он здесь. Так, карточки категории S. Это те же карточки N, только с вот такой вот перфорацией. Что это хуйня? Что это хуйня? То есть те же кадры, но уже в более редком исполнении. Эрочка. Это не совсем Северус Снейп, это как он, который превращался в страхе. Забыл, как его зовут, если честно. Это Богарт, сэр. С Нового года прошло почти 3 месяца. Пора пересматривать Гарри Поттера снова. Вот первая эсэрочка у нас попалась. Трелони, профессор Трелони. СР-очки более ценные, чем R. Такие у них задники чумовые. А у R-очек просто вроде. Да, просто надпись. И то смотрится круто. А тут такой прям флаг Хогвартса, очень крутой. Мне очень нравятся данные карты. Это прям потрясающе. Давайте я буду вот так их тут класть по мере нахождения новых. И свет немножко надо убавить. Вот еще одна эсерочка у нас. Рита Скитер. Красивая карта. Тут без флага Хогвартса. Так как не является персонажем внутри Хогвартса, видимо. Гермиона эрочка. Ну да, здесь обычный такой задничек. Профессор Дамблдор.
Эрочка вот такая красивая. Ищем редкие карты, ребят. Ищем редкие карты. Не забывайте также подписываться на телеграм-канал. Ссылочку я оставлю в описании. Там на постоянной основе будут проходить розыгрыши разных коробочек с, с карточками. Здравствуйте. Принимайте участие, подписывайтесь, следите за новостями. Буду вам очень признателен. Гарри Поттер Р. То есть не редкие карты, но они такие красивые. Такие красивые. Бомбовые. К слову, я уже собрал весь сет категории N. Самый минимальный. У нас Минерва МакГонагал. Эрочка. И уже выбил у Эр Минерву МакГонагал. То есть у Эр это прям предвысочайшая редкость, не считая МР. Такая эрочка. С монстриком из фантастических тварей. Также у меня уже в коллекции есть ССР с Драко Малфоем. Серебряная, очень красивая карта. Очень красивая карта. Продолжаем смотреть кадры из фильма, вспоминать и ностальгировать. Кто-то, наверное, сегодня захочет пересмотреть Гарри Поттера, я уверен в этом. Такая эрочка. Одного из семьи Уизли, Уильям Уизли. Это мы уже видели. О, какая сэрочка красивая. Питер Петтигрю. Питер Петтигрю! Он в этой комнате! Сейчас! Очень круто выглядит. Тоже без флага Хогвартса. Видимо, бывших учеников, кто в фильме уже является выпущенным из Хогвартса, не печатают там. Грозный глаз Грюм, эрочка. Карты очень красивые, мне очень нравятся. Надеюсь, и вам понравится данный видеоролик с распаковочкой. Я больше специализируюсь, конечно, на видео в коротком формате шортс. Без звука. Чисто под музычку. Можете заглянуть на канал и посмотреть пару-тройку видео, полайкать, покомментить. Буду вам очень благодарен за поддержку, за актив. А мы продолжаем охотиться за редкими карточками. Вот еще одна профессор Трелони. Драко Малфой. Редкости R. Что же нас ждет? Рон Уизли. Также категории R. Пока ничего особо редкого. Выше SR мы не выбили. А там столько карт красивых. Высших карт. Я надеюсь, что-то нам с вами да попадется в любом случае. Надеюсь, удача сегодня в совокупе с волшебством, с волшебным миром магии и волшебства выдаст нам редкую карту. Редкую карту. Пошли повторочки. Кому интересно, ребят, также. Ой, сэрочка. Это у палочника. А почему написано Рубиус Хагрид? Странно. Где тут Хагрид? Мне вот интересно. Видимо, опечатка. Такой карты у меня не было до этого, поэтому Рубиус Хагрид. Ну пусть будет Хагрид. Видимо, его превратили заклятием вот в эту палочку. Ну и сэрочка Рон Уизли.
в самом лучшем наряде за все фильмы. Традиционный? Лохмотья какие-то. Я выгляжу, как моя бабушка Тесси. И пахну, как бабушка Тесси. Кому также интересно, в Телеграме вы можете найти ссылку на мой Авито профиль, где вы можете выкупить у меня эти карточки как сетами, так и по отдельности. Кому интересно, кто собирает атрибуты вселенной по Гарри Поттеру, то есть основную коллекцию я собираю, а повторки вы можете у меня просто выкупить. Такой Рон. Ну, ждем что-нибудь редкое, потому что N я все уже собрал, S я почти все уже собрал. Очень много эрок я собрал. То есть у меня пока что только 3 карты высшей редкости. Хочется еще чего-нибудь интересного, конечно. Вот эрочка Гермионы. Я думаю, за эту коробку S я тоже дособеру. Ну вот жду УР-ку какую-нибудь. Если МР выпадет, тут вообще обморок какой-то случится, наверное, у меня. Потому что МР стоит каких-то баснословных денег своих. МР, конечно, очень дорогая. И вряд ли выпадает в каждой второй коробке. Там, глядишь, и на 200 коробок ее нет. О, повторка Петтигрю, СР. То есть уже... готов ее продать, обменять. Кому интересно, можете связаться просто со мной в личных сообщениях Телеграма. Ой-ой-ой-ой-ой, какая карта. Что это? Что это? Мой парадный костюм. Замечательный костюм. Какой Гарри Поттер, посмотрите. SGR. SGR Гарри Поттер, вы только посмотрите. Ну, задник могли сделать и покрасивее. Но карта просто огонь. Посмотрите, как. Этот лев Гриффиндора. Это просто потрясающе. Эта карта просто потрясающая. У меня такой нету. Даже написано Гриффиндор. 6-й год, получается, да? Это просто потрясающая карта. Какая красота. Давайте мы ее сейчас будем... протектор убирать. Такое нужно защищать сразу. Это как многие у меня в комментах задают вопрос, почему в перчатках? Ну, один из ответов это потому что у меня некрасивые ногти. Смотрите, какая Джинни Уизли красивая. Тоже с флагом Хогвартса. Очень круто. Этот флаг Хогвартса, он как будто такой стеклянный. Как будто под ним еще что-то есть. Красота. Джинни, конечно, красотка. У меня очень страшные ногти, поэтому я в перчатках. Нет, ребят, все намного проще. Я достаю карточки, которые за редкостью своей могут быть очень редкими и очень ценными. И чтобы их не касаться жирными, грязными пальцами, какие бы они ни были чистые, да, так, противоположность слов, игра слов. Какие бы ни были чистые мои руки, они все равно останутся грязными для карт. Потому что я их потрогаю, и все. Это уже никак не смыть. Это уже коррозия в дальнейшем. Ну, возможно, не знаю. Ну и зачем? Если я могу просто сесть в перчатках. Ну, после SGR этот Гарри, конечно, уже 3-й год. Получается. Узник Азкабана у нас. Ищем редкую карту с вами. Малфой 3-й год. То есть, я так понимаю, в этой коробке идет с 3-го года обучение, в любом случае. С 3-й части и по фантастических тварей. Потому что есть еще коробочка. Есть еще коробочка по более младшим версиям. То есть, по первым частям фильма. Ее сейчас, на самом деле, сложнее найти и купить. И она стоит дороже. Но найти можно. Может быть, я даже сниму для вас видео по ней. Если вам будет интересно, не забывайте ставить лайк, смотрите видео до конца. Напишите коммент, вам не сложно, мне приятно. Любой актив поможет мне развивать канал и делать для вас еще больше розыгрышей, ребят.
Боже, какая она красивая. Да, очень. Ох, и ох, я не могу. О, это экстаз. Фу. Это Гермиона Уэр. Это Гермиона Уэр. Вы посмотрите на этот перелив. Фу. Лучше карты здесь уже не будет, ребят. Вы только посмотрите на эту карту. Это что-то с чем-то. Это просто... Вы посмотрите, как на фоне переливается Хоксмит, я так понимаю, это. Он еще и голографический. О, это просто кайф. Это божественная карта, ребят. Это УР шестизвездочная. То есть круче только МР. И то не факт, что круче, потому что персонажи... Ну, это просто пушка. Нет, это... Это стоит, чтобы открыть коробку карт, ребят. Она просто потрясающая. Нет слов, нет слов. Одни эмоции. То есть дальнейший просмотр и поиск чего-либо, это добирание остатков, так скажем. Ну как, вот посмотрите, вот это Гермиона. И вот это Гермиона. Это... Ну, ни в какое сравнение не идет. Эта карта просто... Она изумительна. Я жду от вас реакции в комментах по этому поводу. И насколько вы оцениваете эту карту, Хагрид. Я уже запинаться стал. Все, осталось 6 паков у нас, ребят. Но мы вытащили, в принципе, все, ради чего это все было. То есть вот эта одна карта, это... Большего и не нужно. Большего и не нужно. Ради этого стоит один раз купить такие карточки. Это ностальгия, это эмоции. Это очень красивая коллекция. То есть для любого коллекционера карт, для любителей фильмов, вселенных разных. Карточки по Гарри Поттеру — это просто очень крутое зрелище. Подержать их в руках. Ой, там что-то серебряное. Что-то... Я Малфой. Драко Малфой. У меня такое уже есть, к сожалению. К сожалению и к счастью для вас, ребят, потому что, так как это повторка, ее можно у меня выкупить. Ее можно у меня выкупить. Ну, карта тоже потрясающая, посмотрите. Слизерин. Это пятизвездочная СССР Драко. В серебряном варианте. Прямо под его волосы. Ну, это круто. Это реально круто. Ну, все. План перевыполнен, я вам скажу. План перевыполнен. Открываем 3 последних пака. Но лучше Гермионы мы здесь уже ничего не встретим, к сожалению. Лучше Гермиона. О. Старина Волан-де-Морт. Под конец. В виде R-карты. Полумна Лавгуд. Тоже R-карта. Ну и напоследок у нас Дамблдор. Красивая карточка. Директор Хогвартса. Ну что, ребят, подведем итог. Из 36 паков мы достали SJR Гарри Поттер. Очень красивый. SSR Драко Малфой в серебряном варианте. Очень потрясающая карта. И жемчужина этой коробки — это УР Гермионы. Прекраснейшие Гермионы. 6 звезд УР. Но это безумно крутая карта. То есть к моей Уэр МакГонагал Гермиона — это лучшее, что могло выпасть. Фух. Ладно, ребят. Спасибо, что распаковали со мной эту коробочку.
Буду вам благодарен за лайк, подписку и по возможности подписку на телеграм-канал, который я оставлю в описании. Записал этот видос для вас с душой, как мог, на эмоциях. Спасибо вам огромное и пока.